воду включил. Опять нет. Опять я промахнулся. Мы прямо сейчас увидим очередной бой в серии хардкорных матчей. И к рингу движется девушка, готовая разрывать лица оппонентам, проливать кровь и не жалеть себя ни на секунду. Следующий матч будет боем 1-1. Матч по хардкорным правилам. Встречайте, первая участница этого матча – Пайпер Свит! Мы знаем, что у Пайпер Свит и Мефисто последние недели, последний месяц, может быть, чуть больше, идет противостояние. Ведь девушки пытаются друг с другом выяснить отношения, кто же является настоящей королевой хардкора прямо сейчас. Да, и потенциально вопрос может решиться сегодня, потому да. что... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ты сам видишь, кто сегодняшний оппонент. Помогите! Пайпер Свит. Помогите, пожалуйста. Он пришел по нашу душу. И ее оппонент в сопровождении Микавеллы. Встречайте, Алексей Хитрый! Ну что, жестокий, жесточайший! Это самое мягкое описание, которое я могу дать ему. Крестный отец российского ультравайленса. Человек, который создал кровь и песок. То событие, которое... привлекает взгляды тысяч и тысяч фанатов рестлинга по всей России, немножечко даже по всему миру. Это амбассадор славянского насилия и жестокости. Это Алексей Хитрый против Пайпер Свит. Есть ощущение, что Пайпер замахнулась на Вильяма нашего Шекспира, так сказать, друг мой. Замахнулась на то, что нельзя замахиваться. Вспомним, что было у Пайпер в последнем ее хардкорном бою. Ты помнишь, с кем она дралась? Она дралась против Шамиля. Против Шамиля, да. В образе Шамиля Свит. Да. Это было довольно интересно, на самом деле, за этим понаблюдать. Но как закончился тот бой? Пайпер победила. Конечно же, но против нее сегодня... Кто? Алексей? Она ему просто дала пощечину, да, и начинается... Иди, что за жесть, пожалуйста? Пайпер, я прошу тебя, куда-нибудь нужно сбежать. Стоп. Она вообще не боится, Алексей Хитрый. Она бьется этого стомпа по голове. Что за жесть? Она пытается его перехитрить, переиграть, жесть? Сделать что угодно. Да все что угодно, здесь нужно делать именно все, что... Разгон! Не может, да? Да на него это не повлияет! Это вообще как, сука! Дорожным знаком! Сука! Дорожным знаком прямо по лицу! Господи, Пайпер, как же тебя угораздило-то в это ввязаться! Господи, какая жесть! Слушай, я... Что? Я сомневаюсь, конечно, в решении Пайпер Свит. Она, конечно, избавилась от своего прошлого, но ее будущее... Ее будущее довольно мутно теперь выглядит после этого удара. Очень страшно. Хитрый. Господи, туманное будущее! Это... Брейнбастер посреди этого ринга. Мы еще... И только один предмет был использован. Один! И уже такая жесть! Меч и ногу драйвер! Она просто посреди ринга ее разносит, Алексей Хитрых, по дну калитку. Помнишь баталии Алексея Хитрых в хардкорных матчах? Ну, типа... Ну, против Дайанг Санчеса! Давай вспомним. Кубок короля хардкора. Безусловно. А Дайанг Санчес. Да. Добрый вечер. Да, собственно, новогоднее безумие, если мне не изменяет память, у них была битва вместе. Последний бой Алексея Хитрых, если мне не изменяет память, это бой в командном, собственно, противостоянии. Вместе с Константином Лопаткой они выходили тогда в матч, объединились в командном поединке. И тогда это тоже было довольно жестко, но сейчас... Кажется, Алексей! Разгон! Лицо! Стул! На сидушке Ритона! Наклеены кнопки! Какая боль! Какая боль! Но Алексей Хитрых, конечно, я могу сказать, что ему не привыкать, только это больно! У него нет такого, что у него кончился прям... Микавелла тоже сейчас получает стулом прямо между лопаток! Но Пайпер Свит, давай вспомним то, что она выходила на матч против смертного бога. Она выходила, она была на одном ринге, если это можно назвать рингом на кровь и песок, против Набиева в командном бою, но все же и... О боже, она продолжает просто уничтожать ринги. Нет, я не знаю, что со мной сегодня произойдет, если она сможет пройти это испытание. Это выглядит настолько невозможно при всем...
всем уважении и любви к Пайпер. Она разрезает, она разрезает. Господи, ты посмотри на это. Да невозможно на это смотреть, не знаю, никак не отреагировав. Она не останавливается или... Прямо по лицу. Ногой. Давай не забывать еще один факт. В серии хардкорных боев Пайпер Свит пока что ведет. Лидирует. Счет 1-0 в ее пользу. Да, это правда. Это правда. Пайпер Свит продолжает доминировать пока что в этом матче. В Алексея Хитрых. Вау! А вау. Вот и локти. Локти, которые она наверняка немножко подучила. Ей помогал наверняка Эдуард Репин, который является крайне жестким ударником. Это правда. И дабл-фут-стомп за пределы ринга. Настолько был хитрый. Боже. Просто она не щадит ни на просто никого в своих боях. И сейчас Алексей Хитрых, ну, что только не происходило на ринге независимой федерации рестлинга, но каждый раз у меня мурашки. Посмотри, Пайпер Свит, она не может поднять Хитрых. Ну как? Ты знаешь, ты и я. Она не может поднять Хитрых для того, чтобы затащить его на ринг. Что удивительного на самом деле? Она вырубила только что Алексей Хитрых за пределами ринга. Она не может это никак реализовать. Не может инринг IQ мужчина, знаете. Вот здесь вот это очень-очень важный момент, которому рестлер учится всю свою карьеру. И сейчас была та самая болезненная ошибка в этом матче, которую допустила Пайпер Свит. Она бы, если бы нокаутировала вот так вот Алексей Хитрых на ринге, возможно, будет бы закончился. А сейчас... Я очень, конечно, в этом сомневаюсь при всем уважении к Пайперу. Хитрых, но в итоге она пока что организует небольшую... Что? Реквизит, можно сказать. Небольшой реквизит. Реквизит, действительно. Да, всего лишь фанера с колючей проволокой. Ничего особенного, коллега. Так, небольшое украшение нашего сегодняшнего выпуска. Это не елочка, конечно. Это не елочка. Пикантности сегодняшнему бою. Пикантность этого... Да, ау! Ты слышишь эти удары, ты слышишь что? Как они разносятся по всей арене. Алексей Хитрых, не то что его повело, его ноги танцуют. Постой. Хитрых. Нет, опасно, Пайпер. Нет, он Алексей, ты нас поймал бомбу. У нас, слава богу, с этой бомбой спрыгивает. Еще хай-кик. Один удар. Хороший хайкик залетает прямо в челюсть. Дропкик, шотган, дропкик прямо через фанеру, через эту проволоку. Что за жесть? Да? А как арена заряжает тебе, а? Что? Пайпер Свит сейчас действительно максимально близка к тому, чтобы победить в этом бою. Она до этого нокаутировала Алексея Хитрых за пределами ринга. Сейчас он в нокдауне на ринге. Возможно, пора удерживать. Возможно, но мне кажется, нужен какой-нибудь завершающий удар. Это, конечно же, question mark, это юный кик. Так, ну! И еще один. Блин, неужели сколько же ударов таких еще можно? Еще один юбикик. Нет, не проходит. Нет, не получается. О боже, он принимает удары. О боже мой! Это удержание. Это один. Это два. Он остановил отсчет сам. Он хочет уничтожить Пайпер Свит за то, что она позарилась на его вотчину. За то, что она посмела вступить с ним на один ринг в хардкорном матче. Он забирает стул одного из фанатов. Да, вот этот стульчик больше этому фанату не понадобится. Еще один стульчик за ним. Конечно, нет. Зачем нам стулья фанатам? Зачем? Да, зачем они нужны? Не просто так. Просто так. Мне очень печально. Я очень переживаю за Пайпер. Крайне опасном положении. Она находится прямо сейчас. Что он достает? А вот сейчас мы с тобой узнаем. Да, действительно, да. А дальше будет только интереснее. Это стекло! О, боже! Это кусок стекла! Твою мать! Это огромная стеклянная панель! Дальше, дамы и господа, контент 18+. Пожалуйста, если вы немножечко... Ну, переживайте за то, что... Нет, пожалуйста, Пайпер спасается из этого положения, пытается отбиться, конечно, всеми способами. Сколько силы в удары вкладывает она прямо сейчас посреди этого ринга. Уже силы кончились, уже удары... Какой удар. Полегче. А какой полегче? Это Алексей Хитрых. Алексей Хитрых, он не знает таких слов. Надо же вылезать. Это удержание, это один, это два. Какой закончик. Победитель этого матча Алексей Хитрых. Это было нечто абсолютно неописуемое. Но пристань, пожалуйста, ты пиджак зажал. Будь добр, спасибо.
Пайпер Свит вышел. Да ну, Пайпер Свит не смогла держать победу. Кто-нибудь вызовите скорую, пожалуйста. Это жуть. Это жесть какая. Какой бой и... Я восхищен Пайпер. Стой, стой, стой. Хитрик помогает ей подняться. Хитрик помогает ей подняться и показывает ей уважение от Хитрых. Это уважение от Алексея Хитрых за то, что Пайпер Свит нашла в себе не то что силы, я не знаю, просто бесстрашие проявила и вышла. Против Алексея Хитрых, против отца ультравайланса России. Одного из. Одно, ну, будем говорить так, независимой федерации рестлинга. А кровь и песок. Следующее шоу «Кровь и песок» уже очень скоро. Очень скоро, дамы и господа, это правда. На билетах и локации пишите в личные сообщения Алексею Хитрых. Да, дамы и господа, Пайпер, надо признать, несмотря на то, что счет стал 1-1, но при этом при всем... Мы считаем победы, это все еще 1-0. 1-0, безусловно, я что-то немножко сбился. Я к тому, что Алексей Хитрых, ну, поднял руку Пайпер Свит. Ты подумай сам, ну, то есть он проявил уважение к Пайпер. Это не да, это ли это дорого стоит? Это дорого стоит намного дороже, чем один балл против Алексея Хитрых. Безусловно, и мы постепенно движемся к мейн-ивенту. Не переключайтесь, дальше будет только интереснее. Однозначно.